благодаря герметичному хранению блюда останутся свежими, как в день приготовления. Насос откачивает воздух за считанные секунды одним нажатием кнопки. Крышка с двойным уплотнителем гарантирует герметичность. Приветствуем вас на канале Посудомарт. У нас все, что вы хотели узнать о посуде, еде и ее приготовлении. Сегодня мы расскажем вам о новой системе хранения Fresh & Safe от бренда Zwilling. И прежде чем начнем детально рассматривать предметы коллекции, хочу акцентировать ваше внимание на ее практической пользе. Принцип данной системы – вакуумное хранение продуктов. Данная технология сохраняет все вкусовые качества и питательные вещества, защищает от вымораживания и сохраняет продукты свежими до 5 раз дольше, чем при хранении в обычных контейнерах. Что мы получаем? Возможность планировать свое недельное меню и заранее готовить выходные, а значит контролировать питание и экономить время. Благодаря герметичному хранению блюда останутся свежими, как в день приготовления. Компактное хранение продуктов и готовых блюд в холодильнике и морозильной камере. Стеклянные контейнеры можно складывать друг в друга в кухонном шкафу, когда они не используются. Давайте детально рассмотрим предметы коллекции. Главный герой – компактный вакуумный упаковщик. Простота и гениальность – одно нажатие кнопки. Мощный, но бесшумный. Дизайн вакуумного насоса разработан известным итальянским дизайнером и архитектором Маттео Туном и делает его привлекательным на любой кухне. Насос работает от долговечного литий-ионного аккумулятора. Насос откачивает воздух за считанные секунды одним нажатием кнопки и автоматически останавливается, когда создается достаточный уровень вакуума. Вакуумный насос Fresh & Safe является беспроводным и поэтому очень удобным. Самый базовый предмет коллекции Fresh & Safe – набор из двух стеклянных вакуумных контейнеров, 4 вакуумных пакетов и насосов. Вакуумные контейнеры чрезвычайно универсальны. Они доступны в 3 размерах и изготовлены из стекла или пластика. Оба варианта идеально подходят для повседневного использования. Их можно мыть в посудомоечной машине, использовать в микроволновой печи и морозильной камере. А стеклянные контейнеры также подходят для использования в духовом шкафу. Крышка с двойным уплотнителем гарантирует герметичность. Для того, чтобы контейнер не раскрылся в самое неожиданное время, Zwilling подумал и об этом. Он сделал для нас специальную резинку. Все, контейнер мой герметично закрыт. В набор также входят многоразовые вакуумные пакеты. Они имеют систему закрытия Ziploc и удобный в эксплуатации вакуумный клапан, на который вам просто нужно установить вакуумный насос и откачать воздух одним нажатием. Вакуумные пакеты идеально подходят для замораживания свежих фруктов, овощей, зелени, рыбы, мяса и хлеба. Благодаря вакууму морозные ожоги остались в прошлом. Небольшая справка, что такое морозный ожог. Морозный ожог представляет собой пересушенную область, которая может образовываться на замороженных продуктах вследствие испарения влаги с поверхности. Набор из 3 вакуумных пробок для вина. При обычном хранении вина очень быстро теряют аромат при контакте с кислородом. Вино теряет вкус и выливается в раковину. Именно для защиты аромата и вкуса вина создана наша вакуумная пробка. Установите пробку на горлышко бутылки, и мощный удобный вакуумный насос удалит воздух из бутылки одним нажатием кнопки. Ароматы и ноты надежно защищены. Винные пробки оснащены крышкой из нержавеющей стали. Их можно очень легко мыть в посудомоечной машине. Кстати, вакуумные пробки подходят также для масел или соков. Витамины и ароматы сохраняются дольше.
А на сегодня это все новости из мира посуды. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Посудомарт», добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канале и обязательно пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно заказать в интернет-магазине «Посудомарт» или прийти подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине «Посудомарт». Адрес магазина в описании к видео. До новых встреч!